Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Imagine Holy Play. Сегодня у нас будет серия посвящена обновлению, которое вышло буквально 10 минут назад. Я надеюсь на ваши лайки, на ваши подписки. Сегодня покажу все, что добавили. Добавили, в принципе, немного, но зато добавили классные фишки. Также я хочу вам напомнить, что я играю на первом серии Imagine Holy Play. Мой ник Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Imagine Holy Play. Ну что ж, пацаны, я уже прибыл в магазин одежды. Добавили такую тему, как аксессуары. Вот здесь есть разная такая тема. Головные уборы есть разные абсолютно. Маски и прочее. Я на самом деле очень хотел гитару себе на Деда Мороза, но почему-то гитар здесь нету. Хотя в группе разработчика были гитары. Поэтому интересно, где их взять. Кто знает, где их взять, пацаны, пишите в комментариях. Потому что, повторюсь, обновление буквально вышло 10 минут назад. И я решил сразу записать видео. Я вот себе такие очки сделал. Давайте их купим. Очки стоят 50 тысяч, пацаны. 50 тысяч. Очки стоят. Все, я их купил вроде бы как. Вы приобрели аксессуар, чтобы надеть его, используйте инв. Окей, хорошо, выходим отсюда тогда и пишем команду инв. Так, здесь у нас есть аксессуары. Так, а что-то у меня здесь нету их. Вот, один, типа, фиолетовые очки. Пина, голова. А, я понял, их типа так можно одевать. Ну, понятно, короче. Но я их вроде выровнял уже сразу. Но почему-то они не сохранились. Ладно, тогда отмену нажимаем. Я думаю, это, в принципе, все понятно, как этим пользоваться. Вот это чекпоинт. Здесь покупать одежду, здесь покупать, получается, аксессуары. Вот, еще раз вам покажу. Прочее. Но мне, на самом деле, было самое интересное, это гитара. Ну что ж, второе, что добавили, это новая система полностью в СТО, то есть весь, так сказать, интерфейс, ремонт, вот видите, починить, капитан ремонт, убрать тюнинг, видите, вот здесь такие пунктики есть, также тюнинг, покрасить авто, покрасительные работы, диски, азот, гидравлика, дополнительно чип, сигнализация, антирадар, вот видите, такой интерфейсик теперь интересный, на самом деле через ID было намного удобнее красить машину, я не знаю, будет ли удобно через эту штуку, по идее здесь будут просто обычные цвета, а те цвета, которые уникальные, здесь их вообще не будет. Не, ну, выглядит очень симпатично, мне реально нравится. Ну что ж, последнее, что добавили из того, что я знаю, это перенесли, получается, водолазы с того места, вон, его, думаю, видно отсюда, тот уголок в южном, там были водолазы, вон там вот. И водолазы теперь принесли в старое место, вот сюда. Выглядит очень классно, теперь больше будет движухи вообще, на самом-то деле. Теперь, когда будешь там рейс катать, проезжать, будешь видеть, как здесь работают люди. Это, на самом деле, очень круто. Мне обновление понравилось, да, оно такое небольшое, в принципе. Таких прям колоссальных изменений нету, но то, что изменили систему ВСТО, добавили аксессуары. Хотя аксессуары такое себе, на самом деле. Я думал, там гитару добавят, еще что-то, потому что в группе разработчика там попугай был, и гитара, чего только не было. А вот вышло обновление, и всего этого почему-то нету. Возможно, есть только не в магазине одежды, а в другом месте где-то это продается. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.